сегодня получилось изготовить вот такой вот дампер. Многие спорят об этом, говорят, можно устанавливать, можно не устанавливать. Ну, я решил, что схема достаточно простая, и сделать ее не составит мне большого труда. Нужна она для того, чтобы когда уже станок работает на пике своих возможностей, то есть на максимальном почти напряжении, двигатель во время реверса или резкого станова возникает против ВДС, которое надо чем-то компенсировать. Это вот схема резистором 33 Ом 10-ваттным гасит вот это против ВДС. Она очень простая. Сейчас я вам покажу описание этой схемы и какие нужны элементы. Схему данную я выложу под видео, то есть рисовал я ее в программе Eagle. Ну и перевел в PDF формат, то есть можно будет просто распечатать. Травил и, ну, изготавливал плату методом фоторезистивным. То есть, ну, и фоторезистом. Все сделано зеркально и в негативе. Сейчас я вот покажу элементы, которые я использовал. Это транзистор тип 126, по-моему, и диод ультрабыстрый. В принципе, изначально думали, натягивать через уголок, прикручиваешь. Но из-за того, что уголок становился неровным относительно шпильки, конструкцию пришлось переделывать. Люфта вроде как нет, то есть натяжителей, ну, не обязательно. Я думал, что будет небольшой люфт, но его надо еще, конечно, проверить, но я так думаю, что его не будет. Куплены новые две пары шестеренок. Это с ремней ГРМ, что-то такое. Вот они идентичные, что на Y. Также будет стоять на Z, ну и на X тоже, только это будет маленький стоять на моторе. Не знаю, как это еще будет все устанавливаться, но мне понравились эти зубья, смотрится в принципе красиво, ну и плюс кожух можно будет сюда цеплять. Сегодня уже прошло достаточно времени, что уже и сам забыл, что снимал, что не снимал. В принципе, соскучился уже по данной работе, но все не получалось. Сегодня сделал с отцом ось X. Конструкция схожа с Y. Не помню, уже снимал, не снимал. Расскажу вкратце, какая ее система. Два уголка прикреплены к порталу. И здесь покажу, сейчас выявлены такие овалы, которыми можно пластину эту гулять. Сам двигатель вырезано отверстие подпосадочное. То есть у двигателя, вот как вы видите, есть канавка. Это посадочная пластина. Плюс отверстие. И гаечками зажаты. Сейчас попробую поймать фокус. В общем, как-то так. А здесь тоже в уголках нарезана резьба и зажата. То есть он оттягивается и не дает телепаться ремню. По иксу труба 20 на 20 была сразу закреплена двумя болтами М6, нарезана резьба в одной стенке, а дальше заварена просто со всех сторон усиление, чтобы здесь была резьба. Добавлен уголок еще и тоже наварен. Это для вот этой пластины. Пластина такая же, как и по Y. То есть отверстие
маленькие на 5 винтики держит мотор. И вот так вот регулируется это все. Вот так вот. Как колесо это получалось сделать? Два диска. То есть примерно выряжается болгаркой отверстие. Ну, центр и круг. Потом зажимается болт здесь, вставляется в токарный станок и резцом делается ровный этот круг. Потом берется диск. Вот так вот двух частей собирается. И потом болтом болт с одной стороны. Вот он. И с другой стороны контрагается. Ну и чтобы еще третья, вот мы прошли отверстие, нарезали резьбу и здесь винтиком. Вот он здесь тоже будет поджиматься. Посадочная тоже точилась на станке. Вот сюда, под диаметр шкива. И нарезалась внутренняя резьба М14.